Сегодня мы опять приехали за корой. Вот наша машина. Это мы еще в светофор заехали. Купили здесь кучу разных полезных штук. Вот это нам надо загрузить в нашу машину. А мы будем надеяться, что вместится. Вот так. Уже загружено. Вот так. Вот так. Вот такая вот красота. А потом сниму, как мы уже едем. Загруженные. Нормально. Вот мы загрузились. Я ничего не снимала. Вот вы видите, пытаемся всячески освободить. Вот сейчас только осталось. Да, нифига, канистру мы не освободили. Вот мы загрузились. Вот так вот это все изнутри выглядит. Канистра сама поедет. Вот. Всячески, да, пытаемся впихнуть то, что не впихивается. Это тазик мама себе купила с крышкой. Здесь пеленки для щенков. Тут у нас круги для растений. Ну, там, соответственно, все кора. Вот я не знаю, видно будет, не видно. Все мешки с корой. А где-то по за углам открыть это невозможно уже, потому что все посыпется. И нам надо еще один мешок загрузить. Вот говорят, что мне сейчас на меня его поставят. Следующее включение. Да-да. Вот я сейчас попробую показать. Вот так вот у меня здесь мешочек с корой. Тут вот продукты. Тут мама пытается свой пакет пристроить. Что у меня на коленках этот? Бокалы я купила, стекло. Так, мы где-то. Вот. В общем, да. Мы загрузились. Да, мы загрузились. Только как мы доедем, это вообще не знаю. Ужас. Я думаю, может, мы по дороге заедем и выгрузимся. Кудрово? Да, на Кудрово. Нет. Сейчас вам мы встанем. Время 6 час. Вот именно. Время 6 час. Так что не успеваем мы выгрузиться. Едем уже выгружать полностью кору. Ой, мама, думаю, так. Все, надо. Пожелайте нам удачи. Мама на своей машине пытается штурмовать. Я вышла, я сказала, что я не готова. Ну, видите, здесь снег. Да, вот мы заезжали, снега не было. А с полдороги начался снег. Ой-ой-ой-ой-ой. Мамин внедорожник. Сейчас, не дай бог, застрянет. Я решила пойти пешком. Я пока ехала. У меня все ноги затекли. Вот уже. Уже начинается бездорожье. Весна, все тает. Ну, вроде проехала. Другой вопрос, как мы обратно поедем? Это мы решили кору выгрузить у себя на даче. Небо красивое. Ой-ой-ой-ой, кажется, встряла. Ой, кажется, встала она. Машина еще тяжелая. Загруженная же. Я предложила вот остановиться. Мы раньше по весне парковались вот постоянно там, откуда я сейчас иду. Я предложила ей остановиться, пойти на дачу сходить. У нас там тачка есть, тележка такая. И попробовать на ней повозить. Ну, видимо, да. Наталья Анатольевна задом сдает, решила не рисковать. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Кошмар. Но если что, у нас тут тракторист недалеко. Что, второй заход? Ой-ой-ой. Буксует. Ну вот. Поехала она обратно все-таки к этому, к электрическому щиту. Но сейчас будет второе включение, как мы дойдем до дачи. Смотрите, какое небо. Красота. Мама застряла там. А я пошла до дачи, до нашего дома. Вот, все, снег опять закончился.
Здесь уже вода. Она вот, видимо, доехала до этого места, увидела вот эту красоту. Как я вон в резиновых сапогах. Джинсы у меня, о, какие чистые. Ой, надо задрать, чтобы... Ой, мамочка. Чтобы они не были еще более чистыми. Вот наши соседи ближайшие. Крыша дома. Я сегодня опять без селфи-палки. Забываю ее постоянно. Хоть в машину клади. Поэтому видео будет трястись. Вот. У них тоже вот красота такая. Не проехать, конечно. Особенно на такой машинке, как наша. Но мне кажется, и более большая. Кто-то тут ходил. Следы маленькие. Где моя нога? Детские. Видимо, все-таки соседи приезжали. У них девочка маленькая. Ну, посмотрим, как там наш дом. Крышу вижу. Уже. Ну, нет, на видео, конечно, не видно. А вот труба, которую мы проложили. Видите здесь? Вода течет. Вот так бы, если бы не проложили, здесь бы уже стояла вода. Где она тут? Вот она. Она потихоньку утекает. Это труба номер раз. Так, пойдем. Ой, у нас там на участках снег лежит. Здесь растаял уже снег. А вот там, не знаю, видно, не видно, еще снег. И на дороге снег. Скользит прям, я иду, и скользит нога. Опять без шапки вышла. Сейчас голову себе отморожу совсем. Ну, небо, конечно, очень красиво. Прям-прям красивое. Вот, подходим сейчас к месту, где уже размокло. Мы сейчас звонили, нам говорят, вы колодец-то собираетесь копать? Мы говорим, да, конечно. Они говорят, так что ждете? Надо кольца вести, а то дорогу развезет. Ну, вот она уже. Прям вся мягкая. Я боюсь, что теперь здесь машина не проедет. Вот место номер два, где труба лежит. Сейчас подходим к нему. Ну, здесь, конечно, вот засыпали, все хорошо. Надо заказывать, чтобы засыпали еще. Здесь еще все замерзшее в канаве. Ну, прям ручейки только-только начинают. Это вот наша труба номер два. Вот она здесь вытекает. Вон ее забило. А я им говорила, что ее забьют. Кто б меня слушал. И туда все утекает. Я им говорила, что надо взять более большие трубы, большего диаметра. Забило. Надо будет летом чистить ее. Ой, ой, прям все, все, все. Плыву. Не иду, а плыву. Ой, мама дорогая, сейчас упаду. Все, да, здесь машина не проедет уже. Колодец, видимо, у нас откладывается. Да не... Ой, кошмар, прям плывут ноги, плывут. Слушайте, а я здесь на тачке не проеду. Похоже, надо брать лопату, идти откапывать маму. На тачке я тут не проеду. Только тачку испачкаю. Ой, мамочка, прям... Прям это, как масло. Проваливаются ноги. Вот смотрите, наш практически растаял участок. А вот соседний, там еще снег. Так, пошли. Наш-то растаял, но мне не пройти по такой жиже. Это вот песок мы сюда насыпали. Ой, мама дорогая, не, я даже... Смотрите, какие следы остаются. Ой, к дому-то я... Пройду. Я туда. Нет. Кошмар. Ну, чтобы вы понимали. Вот так это все. Я прям утонула. У меня прям сапоги все вон испачкала. А как же мне... Как же мне к дому-то попасть? Лопата-то нужна по любасу. Кошмар. Слушайте, придется трактор, наверное, вызывать. Нас дергать. Я сейчас, конечно, попробую вот так. Боком-боком пройти.
Кошмар. Кошмар. А уже полностью снег сошел. Но там на огороде, может, еще и не полностью. Так, это вот наша перезимовавшая малина, что мы с мамой заворачивали. Ну вот, вот так, боком. Я в обход прошла. Так, посмотрим, что у нас тут на участке. Ну вот здесь снег еще лежит. Это вот то, что с крыши падало. В общем и целом он растаял. Ну, обход участка. Здесь я уже пройду. Здесь вот картонки мои лежат, которые в прошлом году укладывали. Так что здесь можно ходить. Ну-ка, пойдем на грядки посмотрим. Так, клубника. Смотрите, свеженькие листочки лезут. А вот старые подморозило. Вот они. Сухие уже совсем какие-то. Какие-то вот ее надо обрезать, вот эту всю красоту. Так, ну это наша прошлогодняя клубника. И это прошлогодняя. Ну-ка, что у нас тут? Вот она. Слушайте, в общем и целом вроде как, ну вот они, что-то лезет свежее. Так, пошли на следующую. Вот это вот прям совсем новая грядка. Вот здесь вообще, ну, здесь пусто, здесь ничего не было, надо у мамы спросить. Мама сажала ее. Здесь вот эти листья прям высохли. Но я очень сильно надеюсь, что они пойдут из корня. Это та клубника, которую я заказывала по интернету. Белгородская область, что ли? Не помню. Так, ну, здесь снег растаял уже весь. Надо приезжать потихоньку, наверное, открывать наши растения. Так, а здесь я что-то зимой сажала, помните? Вот здесь, ну, пока, конечно, ничего не видно, чтобы что-то росло. Здесь у меня какие-то огурцы, кажется, я сажала. Да. Нет, просто черная земля. Вот, видите, про что я говорила? Я подготовила себе бороздки. По осени. А потом снегом все завалило, и я не смогла ничего посадить. И я сажала уже вот сюда. Вот сюда. Вот какое-то семечко. Сейчас мы его присыпем землей. Короче, что-то я сюда сажала. Надо видео пересмотреть, потому что я сама уже не помню что. Ну, какую-то зеленушку. Вот наши дрова перезимовавшие. И наш домик. Ну что, будем пробираться к домику? Как, я не знаю. Там просто не подойти из-за вот этого песка. Он когда высохнет и осядет, он будет хороший. То есть по нему будет удобно ходить. Мы так уже делали на дорожках. Но только когда осядет. Сейчас он весь пропитан растаявшим снегом. И вот видели, мне не пройти. Вот сейчас я попробую здесь полубоком пройти, хотя бы лопату взять. Кошмар. Ну и в дом зайти, посмотреть, что там происходит. Вот, сейчас я по льду попытаюсь по краешку пройти, держась за дом. Мама дорогая. Кошмар. Ай-яй-яй-яй-яй. Главное не упасть. Что, если... я буду вся грязная, меня мама не повезет в машине. Ай-ай-ай-ай. Все, да, проскочила. Вот, собственно, я хотела напрямик пройти, но у меня не получилось. Пришлось идти в обход. Ладно, буду звонить маме, спрашивать, нести ли лопату, как она там, выехала, не выехала. Зашла в дом, посмотрела. В общем и целом, все хорошо. Вот. Приехал уже тракторист, мама говорит. Я говорю, он человек, видимо, опытный. Понял, что мы где-то застряли. Недалеко от дач.
Вот. Сейчас он нас вытащит, так что лопату я тоже с собой не беру. Ну, хотя бы я это сходила. Успокоилась, что все хорошо. Вот там. Природу лучше. Такая дверь закрываю. Руки у меня чернющие, как у шахтера. Ой, мамочка, как же мне выбираться теперь отсюда? Так, поехали. Опять по льду. Держать за этот. За дом. Ой, мамочка, это же сайтинг, это же не дерево. Он. Сейчас дом сломаю еще, будет вообще хорошо. Оп, все. Выскочила. Фух.